Здорово всем. Ну чё, давай ещё саранчу попинаем. На часика 2-3 ремонта, так я вот думаю. И дождаться, пока реле мы построим. И чертеж доделается в любом случае. Так как это довольно сильно, зараза, важно. Поближе не могли они мне найти? Либератусов мало так, да? Ну, конечно. Очень, блин, верится. Капец. Боёк не линковал. Не, что-то даже никто ничего не линкует. Сколько-то. Интересно. Гражданская война. Какой от нее смысл вообще был? Никак не могу понять. Ведь в начальных зонах и так можно атаковать, ведь там все ПВЕ зоны стали ПВПшными. А, призы были. О, вспомнил. Смотри, как рвет прям и мечет. Что это за свойство такое быстро приближаться, я понять не могу. Пару залпов и этих блох нету. Да, реально чем-то блох напоминает. Противно кусают сквозь щиты. Как еще их можно назвать? Даже не знаю. Лосиная блоха, ну почему, я вот по поводу лосиных блох, кто за грибами ходил, напоминает лосиных блох. Но называть их лосиными блохами слишком долго. Название покороче — блоха. Убить не смогут, но зато помучить смогут. Главное, чтобы отвлекали. Так, погоди. Мне надо к этому дяденьке приблизиться вообще-то. Так, они пытаются там моих этих достать, да? Не, ну конечно, отвлекающий маневр в качестве вот этих, как я рассчитывал, потрясающий просто. Давай, 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 все в него. К
Как раз они сейчас на одной линии. Будет максимальный ДПС, который только может быть. Справился тоже. Так, 7 релев, да? Насколько же я могу насобирать примерно? А? До 120 я вообще смогу доколбаситься? Я вот что-то сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Это будет довольно тяжко. Мы еще штучки 4, думаю, собрать. Ну да, 4 где-то мне напинать бы еще. Был самый точно топ-класс. Хотя до третьих проугрейдить. Пёрток бы посмотреть. Так. Этот у меня дятел отремонтировался. Дойдет, посмотрим на следующую саранчу. Тут, по идее, да, саранча должна быть просто где-то 115-я, 120-я или какая-то. Почему они сразу вот это вот включают, я понять не могу. То включают, то не включают. Он постоянно пытается приблизиться в клосс. Пиявка какая-то. Может, не надо их уничтожать, а этих сразу идти пинать? М? Этих взрывами тоже цепляло.
готов. Сколько? Плюс 6. Сколько это можно насобирало? Еще. Ну я говорю, тут еще лямов 10 соберу вот таким вот методом. Проблем, в принципе, в очках уже нет. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны, ну, хз. Даже немного странно. Долго? Нет. Быстро. И тактика неплохая. Но если попробовать в левую сторону, скажем. Вообще не вмешиваться. Вообще не получится. Случайно убили половину. А. Комары! Во! Во! Комары это! Точно! Не блохи, а комары! Все не мог вспомнить. Что же они мне, сволочи, напоминают? Да. Че, лето наступит? Вспомню. Опасно.
Да, так долго буду колбасить их. Довольно-таки должен заметить. Чертеж, значит, делается 10 часов. Раз, два. Прогрейдить двух я еще смогу. Поинтереснее будет в некоторой степени. Давай-ка еще тут нескольких подопнем. Потом поставим еще одну на лагрейд. Раз ориентировочно после этого лагрейда. Еще кое-что про лагрейд мы сможем улучшить одного уже до МК третьего. И посмотрим, что на него можно будет поставить. У меня остается вопрос по поводу райфов. Это, скорее всего, только завтра я смогу пойти попробовать штурмом взять вот эту вот хренотень. Вот ли там эти комарики? Базу-то разнести это не проблема вообще ни разу. Я и тупо этими истребителями тут закромсаю. Вопрос в том... сколько райфов я за это получу? Подкоцаны одинаково. А, блин. Не, лучше их уничтожать.
Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Сколько там у нас уже материала там? 59. Он тут идет, непонятно. Пошли еще одним пнем. Как раз клатот достроится. Ну нормально. Тихоньку, полигоньку. 2, 3. Ну да, возможно, я смогу набрать, в принципе, к завтрашнему дню уже полную бригаду. Крузочку к сегодняшнему. Не успею. Кстати, блин, слушай, не знаю даже. Есть же парочка кораблей немного отличных. Да черт его поймешь. Тогда-то я уже планирую не этих атаковать, скорее всего, пытаться торпеды МК-3 выбить. Ну, хотя, скорее всего, надо будет и то, и то. Да, задача у меня, блин, лишь мозг аж от этого пухнет, зараза. Очень жесткая аннигиляция, я тебе скажу, врага. Просто кошмар какой-то. Хотя если на МК-3 я буду ставить, сижу, думаю, улучшения, которые я запланировал, вот эти вот модули, кругляшочки, то там один кругляшочек в сутки ставится. Что-то я сейчас задумался, стоит ли вообще пытаться. Thank you.
Так, сейчас сколько даст? 6. Нифига непонятно, по каким расчетам оно идет. Неужели такой дикий рандом, слушай? Ну ладно, поперли. Да, походу рандом просто дичайший. Да ладно. А ёлы-палы. Свинство. Чего? Погоди, это в какой еще не зоне есть? Здесь? Че, серьезно? А... И вдруг и там, и тут. Чем повторяться-то? Не понял, но понравилось. Здесь гораздо больше, кстати говоря. Да, и Либератус, вот смотри, здесь даже их базы есть. Че за нафиг? О, инопланетная, серьезно? Да ты гонишь. Вроде кажется, знаешь, все просто, на самом деле не фи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуйте. Кажется, я знаю, что я хочу. Как бы без звездюлей там не отхватить со своим, я знаю, что я хочу. Это вот бы скорее, вероятно. Не, ну здесь, конечно, их намного больше. А там, наверное, просто войска. Хотя, блин, а какая разница? Там же этих дредноутов-то нету, нету. Да. Фу. Я же думал, придется здесь за 115-х бороться. Это было бы уже перебор. Ну, народ здесь развивается, в принципе, так же, как и я. Практически мы все одинаковые, идем ровень-ровень. Да твою ж налево, вот скотина. Так, ну это, скорее всего, последний будет. Дальше уже будем чесать на базу на ремонт. Реле там достраивается. Я посмотрел, как можно будет улучшить позицию свою, так сказать.
Интересно, потом нам что, будут давать такие корабли? Вообще-то сделали бы они, что там дреды можно было где-то за лямов 50 получить. Это было бы весело. И сколько у меня здесь его теперь? 72. Ну, в принципе, более-менее сойдет. Сгорцовываем, посмотрим, сколько там на ремонт у меня уйдет. Ориентировочно где-то часа полтора должно быть. Так, скоро достроится реле. Заменим. Ну, на этом серии, пожалуй, я закончу. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока. Я тут пока алгрейдом займусь, модернизацией, фигурацией. И подумаю немного, как тут получше действовать. Скорее всего, да, одними батлами было бы намного проще. Но вот райфы лучше или все-таки другие орудия поставить? Вот это вопрос хороший.